Військові з Азербайджану також не проти поквитатися з загарбниками. Обращаюсь к Кадырову. С каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? Замечу, что к народному, а не ставленнику Путина, который отправил своих кадыровцев на смерть. Твоя храбрость только на словах, как и твоя честь. А украинский президент вместе со своим народом. Ахмат не сила, Ахмат в гробу.